Северо-восток Англии. Именно здесь сегодня состоится футбольный матч, который для вас будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Тебе слово. Спасибо, Георгий. Кому он достанется? Кому? Хантеру? Хантер в атакующем рывке. И это удар! Забивает Алекс Хантер! Как всегда. Ну, это интересно, если бы такой игрок, как Алекс Хантер, и вот как я прохожу карьеру, реально бы появился в футболе. Наверное, бы он стал просто невероятной звездой, самый дорогой игрок, наверное, был бы в истории. Прикиньте, так хитрики забивают матч от матча. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Ну? Алекс Хантер... Надо забивать и гол! Команда забивает очередной гол. Голевой отрыв увеличивается. Все под контролем в этой игре. Второй его гол в сегодняшнем матче. Явный претендент на звание лучшего игрока встречи. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько... Удар нужен! Гол! 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 Есть хет-трик. Алекс Хантер забивает 3-й мяч. Сегодня он просто неудержим. По крайней мере, защитники так и не поняли, как его остановить. Я не сомневаюсь, что на пресс-конференции... Ну, давайте попробуем. Я приветствую всех телезрителей. Сегодня нас ждет большой футбольный праздник. И комментировать матч будем мы, Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Челси встречается с Сандерлендом. Да, опасно, опасно. Микел. Пипец. И есть гол! Быстрый гол – это всегда интересно, это всегда весело. Вот особенно, когда он забит после первого Я не знаю, как он так умудрился, смотрите. Прям вратарю в лицо. Вы видели? Обратите внимание, прям в лицо. Того, чтобы увидеть его еще. Мне кажется, он сбил его с ног просто ударом. Всего 8 минут потребовалось, чтобы открыть счет. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Бернар. Наконец. Этим голом они сравнивают счет. Демонстрация высочайшего футбольного духа, потому что, казалось, проигрывать будут крупнее, а сейчас ничья уже. Ну и теперь многие, вот как я сейчас, например, могут сказать, а я все-таки верил в этих парней. Идет в атаку Хантер. И пробил. Иногда это называют чудом. На последних минутах вырывается команда вперед. Дожали все-таки соперника. Да, интрига снова жива. И осталось только удержать это преимущество. Казалось, вот-вот рухнут сами. А они, смотрите, как больно соперника укусили. И времени отыграться почти не осталось. Слушай, но если они выиграют, это будет просто бомба. Сенсация. Челси пока проигрывает. Боска. Сейчас замена будет в команде хозяина. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Хантер в атакующем рывке. Он с мячом и продолжает. Алекс Хантер. Хет-трик, нет? Второй вдогоночку. Второй? Теперь уж точно GG. Второй его гол в сегодняшнем матче. Явный претендент на звание лучшего игрока встречи. Тем временем у нас 3-1. Азар. Это может быть опасно. Защита надежно играет. Мяч отобран. Опять? Ну? Давай. Давай накручивай. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мяч в игре без задержек. Хантер.
пас в штрафную. Да! Удача, но защитник на месте. Охренеть. Все. Финал Кубка Англии, друзья. Yeah, that's the real magic of the FA Cup. That's what today's all about. Passion, blood and thunder. Today, you have a chance to become more than just a player. Today, you have a chance to become FA Cup winners. Stick together. Believe in yourselves and you will be victorious. Win and you will become legends! Yeah! Come on, lads! I can't wait to see the look on your face when I lift that cup. In your dreams, mate. You know, I ain't got a prayer out there. I am gonna destroy you. That right. You wanna know why you're staying around with you? Not interested. Because your granddad had connections in the game. End of. You were nothing to me. Not even half the player I am. Just like your dad. Nothing. On the pitch, Alex. You'll have your chance. I'll see you out there. Come on, boys! Let's get out of here. Добро пожаловать на финал Кубка Англии. Уже совсем скоро мы узнаем, какая команда станет обладателем желанного трофея. Обе команды очень хорошо себя показали на протяжении всего турнира. И, думаю, сегодня нас не должны разочаровать. Сегодня Сандерленд встречается с Миддлсбро. Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибуне. Да, давайте сделаем это. Я надеюсь, комп не будет чизерить, потому что обычно в таких матчах он очень часто чизит. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Вы видите расстановку игроков. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Да, спокойно, спокойно. Но не надо спешить. Алекс Хантер устремляется в атаку. Кипер забирает мяч. Фак. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Отлично сыграно. Надо решать. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Мне не нравится... Поле какой-то дурацкой тени вот это вот, оно мне вообще они просто потеряли мяч. Кошмар какой-то. Что отобрали такое? Мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Да, что-то нервничаю, маленько. Сложный матч какой-то для меня. Хороший пас, Матлан. Уокер. Посмотрим за этой атакой. Прекрасная передача. И прерывает защитник эту передачу. Филипп Бернар. Пол команды обыграл. Ничего ну ладно, себе. Ну чуть-чуть не хватило, эй. У тебя полностью Гаррет прокачана Уокер. Сила, ну. Что ты не смог сделать-то это, ну блин. Гастон Рамирес. Почему посмотрите, не хватило там стамины или чего? Ой, опасно. Гастон Рамирес. Вау. Штангу мяч как же мне повезло. Серьезно? Бернар. Да он сохранил мяч. Ни хрена себе. Передача.
Он я. Уокер. И не Уокер, точно рядом Уокер. Со штангой проходит мяч. Уокер. Какой сезон выдался для Алекса Хантера? В чемпионате его команда расположилась в середине турнирной таблицы, но сегодня у молодого игрока появляется шанс добыть свой первый серьезный трофей. Нормально. То же самое справедливо и для Гаррета Уокера из стана соперника. Много было сказано о драматической истории противостояния этих двух. Что ты делаешь? И вот они выходят на поле друг против друга. Блин. Ну ладно, хоть мы не просираем совсем уж. Может получиться интересно. Блин, Алекс, ну как его там прижали, а? Я не понимаю, как им это удается, но они его прижали вообще в хламину просто. Нужно отметить, что сегодня Алекс Хантер стал на одну игру ближе к рекорду своего деда Джима Хантера. Алекс проводит 24-й матч в составе клуба. Да, совсем близко он подобрался к достижению Хантера-старшего. Тот сыграл в своем дебютном сезоне в 29 матчах. Конечно, уже то, что Алекс получает так много игрового времени, говорит... Это Хантер! Да блин, ну это же ненормально, ну это... Но не может удержать. Ну как это, не нарушение правил, что ли, было? Его там перевернуло аж просто после... Ну вот после того, как уже... после удара, мне кажется, на него слишком сильно навалился вратарь. Но это ненормально было. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ой-ой-ой. Ни хрена не получится. Пас в разрез очень точно. Будет штрафной. Кенич лет 20 назад с таких забивал. Ну так кто? Нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Но еще будет чуть-чуть, вот, да, на метр ближе. И кто бы не понял, если бы он сейчас... Гарантированный не гол. Давай, Хантер! Блин, ну почему вы такие днища, ну? Посмотрите! Мимо мяча. Почему? Ой, блин, цирк вообще какой-то. Ой, в ключевых матчах просто вообще цирк, реально. Я не понимаю, что происходит. Это может быть опасно. Лина. Великолепно играют обе команды, чего и следовало ожидать в финале Кубка Англии. И к концу первого тайма пока у нас ничья. Красивый, яркий футбол. Итак, команда возвращается на поле, да, после перерыва. И нас зря там, конечно, тренер замены не делает. Второй тайм финала Кубка Англии, чем то, что мы видели до перерыва. Первая половина встречи пролетела практически незаметно, и думаю, вторая пройдет. Ну, Хантер, пожалуйста, так же. Сделай это сегодня. А? Отлично задумано, отлично. Забирает мяч. Опасно! Это гол, нет? Спасибо тебе. Счет, спасибо, бро. 0-0. Ну, блядь! Ну, что ты делаешь-то, ну? Могла команда сейчас выйти вперед. Блин, почему он мне дает пас куда надо? Я уж боюсь теперь. Они как будто специально ошибаются. Лили. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Пройди этот пас, момент. Могла развиваться очень опасная атака, но защитник молодец, все прочитал. Блестящий он сыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Пас на Гаррета Уокера. В этой атаке оборону пройти не удалось. Чего? Да!
хороший владелец. Ну да, да. Площадью, но пора бы и обострить. Ну блин, ух, блядь, Хантер, удар, сейф. Петух, блин. Отбивает он мяч. Как же у меня бомбит от этого, а? Ну и вот в ключевом моменте не смог пробить. Но обычно он все такие забивает, прям вообще все. А тут, тут вратарь как-то сыграл надежно. Остается только дождаться паузы в игре. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Да блин, ну почему ты пас-то не можешь отдать, лох поганый? Просто чмо, блин, по-другому не назовешь его. Блин, там, там такая атака организовывалась. Алекс так, так заходил нормально. А, он просто не смог отдать пас. Чудило на букву М. Такие передачи. Ой, всегда ее, опасно. Для соперника. Мяч летит в штрафную площадь. Ой, спасибо. Что это? Ну, конечно, что? Конечно, конечно. А вот это пенальти. Конечно, пенальти. Как еще может команда, быть? Очень вероятно, что и матч. Естественно. И тут очень важна выдержка, причем с обеих сторон. Он обязан был забивать пенальти. Кусок лох. Блин, ну я говорю, комп, ребят, чизит. Он специально. Вот дали вообще полный бред вообще. Сейчас не, не было ничего абсолютно. Чтобы давать пенальти. Ничего не было. Нет, дали же пенальти, понимаете. Идет в атаку Хантер. Ну, мы сейчас просрем, потому что это чиз. Компьютер всегда в ключевых матчах делает фигню. Мы Челси можем выиграть спокойно, но вот в таких матчах, ну, пипец. Это недостаток огромной карьеры вообще. 15 минут. Ну нафига, какой там, не было там никакого пенальти вообще, даже близко. Близко не было. Я уже сбился считать передачи, честно говоря, их много. Мяч у вратаря, все в порядке. Да, прекрасный пас. Какой удар! Забрал мяч в прыжке, молодец! Давай, 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 давай! Антер! Блин, кусок лоха поганый, блин! Ну почему он такая скорость-то маленькая у нас вообще, я не понимаю, в ключевых матчах вообще ничего не могут! Перехват мяча, и можно начинать атаку! Ну все было нормально, ты впереди был! До конца игры 7 минут! Терпеливо ждут они своего шанса. Бля. Шанс был хороший, а? Согласитесь, обидно такой загубить в последний момент. Так, что там? Все уже, да, практически проиграли. Посрамили Алекса Хантера. Молодец, что. Очень хорошо друг друга партнеры чувствуют. Игра в пас просто на высоте. Да, и глаз радуется. Бесит вот это, к сожалению, в то, что ком так делает, и в ключевых матчах ничего не дает сделать абсолютно. Он бьет, и совершенно не туда. Но нельзя переиграть. Да, так все задумано. Тупорылые разработчики придумали же такую хрень вообще. Увереннее. Челси там всех вообще обыгрывал в хламину. Каких-то лохов не можем обыграть в финале. Ну вообще классно. Закончился Кубок футбольной ассоциации, и команда, к сожалению, для себя упустила шанс завоевать трофей. Да, обидно вот так высоко забраться и в итоге проиграть в решающем матче. Но в истории остаются только победители. Там был чистый голевой момент, который всегда забивал. Он, естественно, не забил. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Гастон Рамирес. Ну ладно, что.
Hello, Alex. Dad, what are you doing here? Mum got me a ticket to the match. You played well. I'm back in England now. Just want to show me face. What? And? Well, I'll be on my way then. You look good, son. Strong. Mama has my new number. Каким, я не понимаю, о чем ты. С разных ресурсов пишут. Ты видишь только те, кто пишет на Твиче. Все просто. Oh, check this guy out, mate. What is he doing in the premi place like my gran? Should be me. It will be me. You know, it feels weird not training. Take it easy. Take a load off. I mean, they'll have your shuttle running and eating salads again before you know it. True that. Can you get that, Mum? Wouldn't want to tear you away from your important football match. Love you. Thank you. Yeah, right. Catherine, how's that new job treating you? Really good. Got me travelling a lot, though. In Barcelona next week. Ooh, I love Spain. Nice one. So what are you two doing sitting around? Shouldn't you be shuttle running or something? And what do you care about me for, Michael? I care about all my clients. Danny, I need to talk to you. My clients? No, I'm serious. I've been getting calls about you, lad. Let's talk then. After I'm done thrashing our boy here, though. What? Not happening? So what's that then, Michael? Actually, Jim called. Said he needed to talk to me. Good luck. So, what is it you wanted, Jim? Here. Get a good price for that online. You know, it was never about the money, Jim. What can I do for you, Mr. Butler? Call me Andy. Hey, just wait to say well done, lad. Eh? You what? Too busy playing video games? Put on the sports news. What are you talking about? Alex Hunter continues his meteoric rise as his name features on the list of likely players to be named to the England squad. No doubt a day filled with excitement in the Hunter household. But what does it mean for England's chances at the next World Cup? Чемпионат мира. Все, завершили режим истории, друзья. Это game over. Видите, все награды получены. Пройти всю историю. Шикарно. А далее это что? Да, можно играть в Ultimate Team. Вернуться в главное меню. Шикарно. На этом, друзья, история заканчивается. Поздравляю вас и меня. Может, он будет доступен в УТ? Давайте посмотрим. Да, есть, смотрите-ка. Мне дали эту карточку, поставляйте. Интересно, а можно ее вообще продать? Ладно, нет, конечно, я хочу взять в команду. Столько прошли вместе. Шикарно. Может быть, открыть паки?
ради такого. У меня же там пак есть. Давайте откроем набор аренды сначала. Угу. Сильва. Да, конечно, не буду забывать. Поиграть надо обязательно будет. А чё так все плохо-то? Ой, это что такое? Монеты плюс 500. Еременко, ну тут вообще днище. Двойной набор аренды. Еще из новинок. Ну, Battlefield 1 послезавтра, а завтра будет Duke Nukem. Обновленная версия. Ух ты. Батурские палета. Аренда. Ну вот как-то так.